Вот она знает столько информации, как все делать, как готовить, как стол сделать, она все умеет. И она очень красивая, посмотри, посмотри, какое она. Она так лицо, это такое... 兄弟们，最近我家这小妮子追星都马上要追到国内来了。事情是这么回事儿，自从我们新家买了电视以后啊，我就经常带着这小妮子看一些咱们国家的视频，大多数节目她都不是很感冒，唯有这么一个人让这小妮子疯狂着迷。没错，她就是李子柒。我媳妇现在天天在家看李子柒。Видишь, какая молодец, да? Видишь, она вот постоянно помогает своей бабушке. Но. Она вот просто самая лучшая дочь, наверное, на свете. Все умеет, все делает. Я просто не понимаю, как она вообще. Вот она знает столько информации, как все делать, как готовить, как стол сделать. Она все умеет. Угу. И она очень красивая. Посмотри, посмотри, какое она. Вот это лицо, это такое лицо. Вообще, да вообще. Она просто красотка. Я ее очень люблю. Ну вот я тоже так хочу, но я так не смогу. Но я хочу научиться хотя бы половину того, что она умеет.相信细心的网友看见我前几期的视频已经发现了，这小妮子呀是白天看晚上看，恨不得把李子柒的所有视频都看完。她这作为资深铁粉，给身边人安利也是必不可少的，有时候说的比我都明白。我的爸爸是个爷爷，我不是你家的公公公公。哎呀，我这个video了。Она вот этот стол сама прикинь сделает, она прямо вот там шала, очень любит. Да все в ней прекрасно.可以负责任地说，除了我父母，这小妮子来中国最想见的就是她了。李子柒就是她心目中最完美的女神。Поехали к ней в гости. Нельзя? Ну конечно нельзя. Если мы в Китай поедем, к ней нельзя в гости? Я думаю, нет. Не знаю. Ну а если я скажу, что я ее люблю? Много люблю она. Ну я ее очень люблю. Я уже почти все видео ее посмотрела. 看来这小妮子呀是真成铁粉了，这和我回国八字还没一撇呢，就想着去人家做客了。另外呀，我看她天天在家看电视也不是那么回事啊，这俄罗斯的夏天是出了名的短，趁着天气不错，这两天没事我就带着这小妮子出去晒晒太阳。Чем я тебе показываю интересное? Видишь, там автобус, клуб.这俄罗斯啊，真不愧是战斗民族。这一栋迪厅我还真是头一次见。只要你想要，那蹦迪那也是可以给你安排的。Классно. По городу катаем 3 часа минималка, 5 тысяч час. Если хотите на ночь снять, 8 тысяч стоячий на Кузьмихе, он весь в вашем распоряжении всю ночь с 6 до 8 утра. Вот нифига. 6 вечера. Минималка 3 часа, 1 час 5 тысяч рублей.看到这儿啊，我觉得我那辆帕沃的大巴又有出头之日了。如果给我四哥改造一下，能不能行呢？不过这眼前最大的问题呀、啊，还是这100多公里，怎么把这大巴车弄到我老丈母娘家去？行了，兄弟们，今天的日常就更到这儿了。如果喜欢我和小丹儿，记得点赞啊。